Площадка возле музея Степана Эрзи в этот раз наполнилась музыкой и массой гостей. Фестиваль «Эрзи и мы» — это не просто выставки работ великого скульптора и художника. Это место, где свое творчество может проявить каждый. Приобщение к культуре, и чтобы человек перезагрузился, да, потому что иногда, наверное, мы на разных своих работах, службах, мы устаем, да, то есть нам нужна какая-то перезарядка, и я думаю, вот такая культурная перезарядка, она сегодня здесь, перед, конечно, нашим храмом искусства. Присоединились многие, и для каждого нашлось развлечение. Юные художники, по примеру Степана Эрзи, фантазировали на большом мольберте. Это клякса, которая упала с носа Буратино, и она ожила. И она испачкалась красками, потому что ее братья, ну, она, естественно, не одна упала и ожила. И, ну, короче, вот ее братья, которые также ожили, ее обстреляли красками. Чуть дальше почти профессиональный пленэр, где ученики детских художественных школ Саранска рисовали скульптуры Степана Эрзи. А для тех, кто рисовать пока не научился, мастер-класс, где творить можно, используя вырезки с работами мордовского художника и скульптора. Фестиваль же называется «Эрзи и мы». Взять какую-то работу Эрзи и как бы соединить себя, можно на фоне этих работ показать. Как ты видишь это все? Себя с творчеством Эрзи. Отдельный интерес гостей к палатке с дымно-ароматным чаем по-эрзински из сосновых шишек и сладким угощением. У нас сегодня Эрзи, и мы вот хотим его немножечко приоткрыть с другой стороны, вот с бытовой. Что любил, как питался, как пил чай, как заваривал, какое варенье любил, почему он его любил. На столе баночки с вареньем Пушкина, Блока, Толстого, Тургенева, Некрасова, Фета, Достоевского, Чехова, Блока. Каждая со своим вкусом. Чтобы сварить такое варенье, сотрудничают с музеями, тщательно изучают биографию поэта, писателя, художника, воссоздают историю бытовой жизни. Варенье Эрзи из сосновых шишек. Вкусное и целебное. В детстве художник часто болел этим природным лекарством. Его лечила бабушка. Открыть Эрзю с разных сторон и отдохнуть. Организаторы фестиваля специально выбрали такой разносторонний формат. Светлана Лашина, Александр Зюзяев. Наши новости.